И самое главное, воспитывайте в нем дисциплинированно участника дорожного движения, в том числе на собственном примере. Крайне возмущает легкомыслие родителей, покупающих своим детям мопеды, мотоциклы, скутеры, тем самым подвергая огромному риску их жизни и здоровья. Всего 5 минут, затраченных в день на важный разговор с ребенком о дорожной безопасности, и собственный положительный пример помогут сохранить ему жизнь и здоровье.